Муром вышел на субботник. В минувшие выходные в городе прошла масштабная уборка с привлечением 400 работников коммунальных предприятий и более 80 единиц техники. Активно проявили себя и жители города. На субботники в свои дворы вышли жильцы каждого второго дома. На предстоящей неделе работа по наведению чистоты продолжится. Глава округа Евгений Рычков поставил перед коммунальными службами новые задачи. Но на этой неделе надо очень плотно поработать, чтобы этой неделе закончить уборку дворовых территорий во всем городе. Такое поручение глава дал, поэтому надо приложить максимум усилий, организованно, массово, с привлечением спецтехники, чтобы мешки не задерживались и ветки на дворовых территориях быстро вывозились, совместно со всеми службами, как коммунальными, так и службами внешнего благоустройства. Руководству предприятия «Спецавто» поставлена задача побелить бордюры и нанести дорожную разметку. Для оперативности директору компании предложили рассмотреть возможность работы в круглосуточном режиме. Следующий общегородской субботник состоится 25 мая. К уборке присоединятся все заводы округа Муром, депутаты совета и работники администрации.